этот день настал. Отныне буду записывать звук на диктофон и потом вставлять это в видео. Итак, что мы видим? Мы видим бур. Обычный длинный бур, десятка. И этот бур уже правился. Правился он молотком и кувалдой. Но какие были возможности. И это, конечно, не самый лучший метод правки, но какой был. Вообще, стоит лучше делать это в тисках, в больших тисках, которые прикреплены к стальному столу, причем такому тяжелому столу, чтобы когда вы совершаете изгиб, тогда все получается. Но если у вас нету стола, если у вас нету тисков, если вы находитесь непосредственно на объекте, и тогда у вас единственный выход, как поправить бур, ну, если вы видите, что он кривой, то есть вы смотрите вот так вот вдоль, зажимая левый глаз, правым смотрите. И смотрите, ага, вот здесь он кривой, значит, вот здесь он изгибается. Значит, как он изгибается? В эту сторону, либо в эту сторону. Если он изгибается в эту сторону, то, соответственно, нужно поднимать в эту сторону, фиксируя в этом месте. А как фиксировать? Вот тут-то появилась идея. Значит, берем, наступаем где-нибудь на лестнице, ну вот, встаем на лестницу, наступаем ногой на это место, ну, можно даже всем телом наступать с этого края, и поднимать ровно то место, которое опущено. Соответственно, вот так вот вверх. Можно за конец, за самый. Так вот, это создает рычаг, и, соответственно, вы таким образом изгибаете бур. И, соответственно, смотрите, насколько хорошо это получилось. Но не стоит прилагать сильно большие усилия. Потому что если вы слишком сильно начнете на себя гнуть, то, соответственно, у вас бур может наоборот обратно выгнуться. И тогда уже работы по изгибу у вас уйдет больше, намного. Потому что до этого вы, например, изогнули на бурение, там, куда-нибудь в арматуру попали, либо в доску попали, и вас там колбасило и изогнуло. А тут, получается, вы сами своими силами изогнули бур, и уже намного больше. Так что вот править буры можно, но один нюанс. Если у вас бур колбасит вообще вот так вот, полностью, то есть если у вас бур непосредственно вот здесь вот изогнут, то это только тиски. Если вот концевик, то это только тиски. Вот опора там рукой там изогнуть концевик, нет, у вас не получится. Пассатижами оставят следы. Тиски, да. Ногой, рукой нет. Пассатижами тоже нет. Все.